Новая игра Enigma Explorer предлагает несколько десятков уровней с головоломками, в которых необходимо заполнять жидкостью резервуары подходящего цвета, используя подручные предметы. На каждый уровень дается строго определенное число приспособлений, при помощи которых нужно направить поток жидкости в емкость. Все это нужно сделать как можно быстрее, потому что чем меньше времени будет затрачено на прохождение, тем более высокий рейтинг получит игрок. Сложность в Enigma Explorer довольно высокая, но при этом движется по возрастающей. Также на всем протяжении игры в арсенале игрока появляются новые приспособления. Игра может похвастаться качественной трехмерной графикой и приятной фоновой музыкой. Головоломку можно свободно приближать и рассматривать до мельчайших деталей. Однако вращать конструкцию в пространстве нельзя. Цена Enigma Explorer составляет 66 рублей. А подробнее об игре можно прочитать в текстовом обзоре на сайте iphones.ru.